по состоянию на 30 апреля текущего года отопительный сезон 12-13 годов завершен во всех регионах, за исключением города Петропавловска, Северо-Казахстанской области. По поручению правительства в период отопительного сезона при министерстве функционировал диспетчерский центр, который осуществлял постоянный мониторинг за ходом прохождения отопительного сезона. Был налажен обмен оперативной информацией с Министерством индустрии и новых технологий и по чрезвычайным ситуациям. В целом отопительный сезон 12-13 годов прошел удовлетворительно. В целях качественного прохождения осенне-зимнего периода на подготовку инженерной инфраструктуры в 2012 году из всех источников финансирования выделено порядка 140 миллиардов тенге. В результате количество технологических нарушений на инженерных сетях тепло- и водоснабжения по сравнению с прошлым отопительным сезоном сократилось на 13%. Котельные до 100 гигакалорий час были обеспечены нормативным запасом топлива. Детально все проблемные вопросы были рассмотрены на вчерашнем селекторном совещании. Хотелось бы более подробно остановиться на дебиторской задолженности. По состоянию на апрель месяц текущего года дебиторская задолженность потребителей составляет 6,5 миллиарда тенге. С момента вашего поручения, Сергей Нигметович, дебиторская задолженность снижена акиматами на 1,4 миллиарда тенге или на 18%. Акиматом Павлодарской области дебиторская задолженность ликвидирована в полном объеме, акиматом Атравовской области снижена на 95%. По 12 регионам она составляет 1,2 миллиарда тенге или 19% общей задолженности по республике. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в 4 регионах. В городе Алматы 3,4 миллиарда тенге, в Астане 1,1 миллиард тенге, в Костанайской области 430 миллионов и Южно-Казахстанской 321 миллион тенге. При этом по городу Алматы произошло увеличение задолженности на 585 миллионов тенге. Данный вопрос был вчера рассмотрен на селекторном совещании, где акиматом города было заявлено, что в ближайшие 2-3 месяца будут приняты меры по снижению задолженности. В настоящее время совместно с акиматами начинается работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону, в котором будут учтены все проблемы и ошибки прошедшего сезона. Местным исполнительным органам необходимо обеспечить своевременную реализацию проектов по реконструкции и строительству инженерных сетей и ремонту жилых домов, создание нормативных запасов топлива для котельных, снижение дебиторской задолженности за коммунальные услуги. Доклад закончен.